20 лет назад Андрей Дик пришел работать учителем физкультуры в Жаворонковскую школу. Из спортивного инвентаря было только несколько мячей. Один из них бережно хранит как раритет. Вот этот был мяч баскетбольный, он единственный. Вот он остался, ему 20, наверное, больше 20 лет, на нем автограф есть даже. Сейчас в школе удобный стадион и современный спортивный зал. На счету местных футболистов десятки побед на играх. Все началось со сборной девочек 98 года. Выступили на соревнованиях, загорелись и начали упорно тренироваться. Команда 2004 года подхватила эстафету и добилась успехов. С девочки команда 2004 года рождения, местная, Жаворонская, полностью составленная из Жаворонской детей, она, конечно, добилась очень больших успехов. Ну, если учесть, что она 5 раз участвовала во всероссийском турнире «Кожаный мяч», победители Московской области. Они выиграли спартакиаду Московской области по мини-футболу. Многие из этой команды стали профессиональными игроками. Выступали за именитые футбольные клубы. Теперь занимаются наставничеством. Спортивную карьеру удалось сделать благодаря усердию и трудолюбию. Над этим тоже работали на тренировках, в перерывах между отработкой тактики и техники. В первую очередь, до 13-14 лет, это мое убеждение, я думаю, многие тренера знают, это работа с мячом, закладывать технические элементы, где-то командные взаимодействия. Вот сейчас мы видели упражнение, мы давали командное взаимодействие, причем в маленьком количестве, 2-3 человека, чтобы они умели, когда правильно открыться. Череда побед футболистов Жаворонковской школы продолжается. Вика – участница первенства России, занимается этим видом спорта уже несколько лет. Когда я говорю друзьям своим, особенно в мужском виде, то они сначала удивляются, такие типа, что девочка занимается футболом? Я говорю, да, я занимаюсь 6 лет футболом, в принципе. Это не так уж и трудно, если сразу начать понимать, не прогуливать тренировки и быть очень сильной и настойчивой. Не отстает и команда мальчишек. Совсем недавно в непростой схватке они выиграли первенство округа. Было у нас 2 матча. Первый был напряженный, сыграли в ничью 1-1. Второй матч был чуть-чуть полегче. Мы сначала пропустили, а потом отыгрались. На достигнутом останавливаться не собираются. Продолжают ежедневно тренироваться и совершенствовать свои навыки, чтобы продолжить пополнять копилку с победами футбольной команды Жаворонковской школы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Серьезные соперники. Одинцовские хоккеисты встретились с командой из Красногорска. В Ледовом дворце состоялся матч открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. Игра для спортсменов «Армады» не задалась уже в первом периоде. На 14-й минуте с поля удалили сразу 2 одинцовских хоккеистов. Оппоненты из Красногорска воспользовались численным преимуществом и открыли счет. Впрочем, уже на последних минутах перед перерывом его удалось сравнять. А это хорошая передача под чужую сиденье не выход. 1-1 и 1-1. На данный момент мы проводим вторую игру. Первую мы выиграли достаточно с крупным счетом. Но отдать должное сопернику. Соперник работал, старался, но это была игра в нашу пользу. Сейчас вот соперник равный. Игра такая насыщенная достаточно. Ну, работаем на победу. На льду было действительно жарко. На 8-й минуте второго периода в ворота одинцовской команды влетела еще одна шайба. Хозяева поля пытались сравнять счет, но безуспешно. За 4 минуты до конца периода спортсмены из Красногорска забили еще один гол. Ух ты, какой гол! Парни стараются, и наши противники показывают достойный хоккей. Немного не хватает пока по физике, по технике, чуть-чуть проигрываем. Но я думаю, в третьем периоде мы сможем это исправить. Но исправить не получилось. В третьем периоде в ворота «Армады» прилетела еще одна шайба. Счет 4-1. Чуть-чуть отыграться удалось буквально на последних секундах матча. За 3 минуты до конца игры спортсмены «Армады» забили гол, и итоговый счет стал 4-2 в пользу гостей. Это только второй матч открытого турнира, и у одинцовских спортсменов еще будет время показать себя. Роман Попов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Стефания начала готовиться к соревнованиям на сборах в Новогорске. После усердно тренировалась в родном зале в Одинцово. Упорный труд принес свои плоды. Девушка стала серебряным призером всероссийского турнира. Его посвятили памяти 2-кратного олимпийского чемпиона по фехтованию Сергея Шарикова. Ну, он был очень масштабный, то есть там было очень много человек. То есть обычно там на соревнованиях 100-110 человек, а тут 200 примерно. Было тяжело, переживала.
Для спортшколы первая победа в новом спортивном сезоне – отличный задел на год. В 24-м планируют ввести отборочную систему. В конце марта, начале апреля, не исключено, что спортсмены будут выступать на первенстве Европы и мира. То есть, как бы так, федерация международная, но неважно. Мы будем готовиться, мы будем стараться выступать на всех отборочных соревнованиях, которые в России. Для отдыха времени совсем не остается. С 10 ноября у ребят начнутся сборы в Тушино. А в декабре юные фехтовальщики отправятся на соревнования в Санкт-Петербург. Перед соревнованием больше интенсивность боев, то есть чтобы они были готовы именно к соревновательным боям. Задания более такие, ну, боевые, то есть на результативность. Сейчас во всероссийском рейтинге воспитанница спортшколы Стефания на третьей позиции. На будущее планы грандиозные – войти в состав национальной сборной. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Варвара Шмырева занимается бадминтоном уже 5 лет. Тренер Жанна Костромцова называет свою подопечную маленькой звездочкой. И неудивительно. Варвара выступает в более старшей группе. 10-летняя девочка встречается на соревнованиях с соперниками на 2 года старше ее. Для меня это очень тяжело, потому что они более быстрые, более выносливые, но иногда я могу оказать им сопротивление. На тренировках перед первенством России упор делают как раз на техническую и физическую подготовку. Тактически же Варвара подготовлена хорошо и быстро принимает верные решения. Здесь как шахматист. Он должен предугадывать, смотреть на соперника, смотреть, что он делает, какой замах, как ноги работают. И опережать немножечко ход событий. Если ты послал валан вправо, влево, там куда-либо, то ты должен понять, что тебе ответят. И какие-то вот вперед, какие-то шаги должны быть предугаданы. С этим у Варвары Шмыревой все в порядке. Для нее встреча на соревнованиях начинается уже на разминке. До начала игры важно не только разогреться, но и прочитать соперника. Я вырабатываю себе определенные установки на игру, выполняю их, держу валан, играю через определенные точки, эксплуатирую дыры соперника. Вот и на тренировочной игре Варвара быстро просчитала соперницу. В итоге уверенная победа. Ее ошибки, ее надо быстро, во-первых, с ней надо держать валан, чтобы валан не падал, все удары брать. А во-вторых, Тасю надо раскидывать по разным углам, то есть использовать диагонали, допустим, правый задний, левый передний или наоборот, в другую диагональ. Просто ее нужно гонять и держать валан. Юная спортсменка показала хорошие результаты на областных соревнованиях в середине октября. Завоевала серебро в одиночном разряде и бронзу в женском парном, а также 2-е место среди смешанных пар и вошла в сборную Московской области. На следующей неделе 3 одинцовских спортсменов – Варвара Шмырева, Нелли Крылова и Платон Акулов – представят регион на всероссийских соревнованиях в Омске. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».